Линк, спасибо. Чудище перестало выбрасывать воду. Теперь пришло время приступить к выполнению самой трудной задачи. Я верю в тебя. Увидимся во владениях Зора. Я буду ждать. Линк, ты справишься. Однажды ты все-таки придешь. Наверное, ты хочешь отобрать Рута у Ганнона? Тогда тебе понадобится карта. Ее можно получить вот на этом терминале. Удачи, Линк! Ну что ж, пойдем искать этот центральный компьютер, или как он там называется. О, ты глянь, меч-то светится. Вот оно, его сияние-то какое. Наконец-то мы его увидели. Круто. Так, значит, где мой лук? Стрелы обычные. Сейчас мы прочистим себе путь. Лавы. Вот, кстати, глаз открыт. Но стрелы его не берут. Прям вот попробуем сейчас в зрачок попасть. О! Получилось в этот раз. Ну и отлично. Маленький наш меха-друг. Пойдем ему покажем, кто здесь батька. Иди сюда, пупсик. Пупсик. А, косой пупсик. С одного маха просто вырубил. Смотри, там еще один глаз. Попробуем его пробить через воду. Получится ли или нет у нас это? А, нет, получилось. Отлично. А там-то как раз вон он и центральный этот компьютер. Вон он. Теперь нужно как-то поднять ворота. Крионис нам поможет, нет? Ага, поможет. Спасибо тебе, ледяная глыба. Активируем наш центральный компьютер. Отлично. Теперь у нас есть управление над всем чудищем. О, я так рада, что теперь у тебя есть карта чудища. Изучи ее. На ней обозначены контрольные модули. Если включить их все, то ты сможешь освободить Руту от зла. Я верю в тебя, Линк. Да, я тоже в себя верю. Я настолько в себя верю, что ты даже не представляешь. Давай посмотрим, куда нам нужно идти. Мы находимся в нижней части нашего слона. И тут рядышком есть первый контрольный модуль. Он левее от нас находится. Значит, нам нужно идти налево. Куда-то туда. Или подняться наверх. Давай, короче, эти механизмы сейчас с тобой запустим и поднимемся наверх. Крутить, вертеть будем все это дело. О, это тяжеловато, слушай. Давай, крутись. А, вот она, контрольная панель-то. Оказывается, под водой была. Еще 4 контрольных модуля. Не сдавайся, Линк. В смысле не сдавайся? Я только начал. Какой сдаваться? О чем это ты? Теперь мы идем с тобой на второй ярус. А где, кстати, Сидон? Сидон, ты же обещал меня ждать. А, он в деревне ждет меня. Ладно, фиг с ним. Все, мы на втором ярусе. Где-то здесь. О, здорово. Твой меч против моего крутого меча, да? Ну, пожалуйста. С
Страж-меч мы не будем брать. Хотя он какой-то крутой, смотри-ка. Не, я хочу посмотреть, что там у тебя. Чё ж ты такой уникальный? Атака плюс 5. О, блин. Неплохой такой меч, ладно, оставим. А жезл огня пускай пока тут появляется. Вот он, контрольный модуль наш. В колесе крутится. Значит, это колесо нужно каким-то макаром остановить. Магнезий здесь ничего не делает. Как насчет стазиса? Стазис тоже ничего не решает. Нужно, значит... Опа! Вот эти штуки можно как-то что-то крутить-вертеть. Давай попробуем. А подожди, мы же еще можем управлять нашим слоняу. Карта слона. Давай попробуем покрутить, повертеть его. Как насчет, чтобы поднять хобот вот настолько? Что происходит? Я ничего не вижу. Но хобот у слона точно поднялся. Давай еще повыше сделаем. Короче, мы только можем управлять хоботом слона. Больше ничем. Вон он, вон он, смотри, смотри, заливает воду. Пошла жара. Так, и чё? А, там сундук. Чё-то активировали. А, так там еще один контрольный модуль. Все ясно. Короче, давай вначале к нам сундучок подкатится. Опа, чё-то я слишком высоко взлетел. Слоник. Стой, 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 хватит водой заливать. Блин, сундук здесь в не очень удачном положении. Слоняу выручай, надо еще водиться подлить. Во-во-во-во-во, ууу, как меня придавило-то. Слон остановился, сходим на платформу. Теперь нам нужно аккуратненько поднять вот эту часть. Есть у меня одна идейка. Как насчет положить туда бомбу? О, точно! Ну я просто не успеваю включить стазис. Да уж. Короче, заново запустил это колесо. Сейчас вот этот шарик скатится вниз и, по идее, должны открыться... Да. Здесь нам нужно остановить нашего слоника. Залетаем туда аккуратненько. Ух, там шипы, блин! Слон, хватит, хватит, хватит. Он остановился, слава богу. Слава богу, он остановился. Фартанет нам или нет. Я надеюсь, что мы вот тут вот так вот тихонечко пройдемся. Встанем в проеме дверном. Ой-ой-ой, тихо. Есть! Кажется, у нас получилось это. Тут все запустилось. Все, можем взаимодействовать. Осталось 3 контрольных модуля. Я уверена, у тебя все получится. Выскакиваем отсюда по-быстренькому. Берем теперь стазис. И нам нужно успеть грамотно застанить вот эту верхнюю глыбу. Так, 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 так. Я думаю, что сейчас самое время. Давайте быстрее, 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 быстрее. Слоника останавливаем. Успели. Шикарно. Древнее ядро. Быстренько сваливаем отсюда. Ух, если бы я не успел оттуда бежать, нас бы как защемило сейчас. Ладно, думаю, что здесь пока все. Пойдем поднимемся еще повыше. Посмотрим, куда можно вообще, в принципе, подняться. Вот куда можно было подняться. То есть выше никак, да? Выше только вон туда, где огонь какой-то есть. Пойдем посмотрим, что там за огонь. Кстати, ты это видишь? Там внизу сундук. Надо выбраться и достать сундук. Древняя пружина. Ну, капец. Тут подарочки на Новый год. Поднимаемся наверх. И вон туда нам нужно, где огнище. Как нам туда попасть? Я, конечно же, могу использовать вихрь Ревалли. Но я уверен, что туда можно попасть как-то по-другому. Другой метод есть. А, во! Вот же лесенка, ё-моё. Вот я дурында. Пойдем. Это хобот. Прикольно, мы на хоботе стоим. Давай его сейчас опустим. Хобот у нас опускается. Тем самым мы можем по нему передвигаться. Главное нафиг не скатиться куда-нибудь во свояси. О, а там сундучок, смотри.
Глазище надо пробить. Есть попадание. Завралук почти сломан. Это капец, как нехорошо. Так, так, так. Че в сундуке? Древний вал. Чё ж за дела? Такое ощущение, что я юный техник, который пытается собрать себе робота какого-то. На предыдущих чудищах я находил какие-то крутые пушки, а тут винтики. Ладно, поднимаем хобот наверх. Кстати, на хоботе находится... Блин, на нем находится... Ой, я сейчас буду падать, походу. Нам нужно... Черт возьми. Ой, блин, не думал, что я упаду. Ну ладно. Зато мы грамотно так... Грамотно так, между прочим, упали. Сейчас спокойненько сможем дойти до контрольного модуля. Давай, перелази. Вон он, контрольный модуль, я его вижу отсюда. А, ну не совсем я до него залезть могу. Ладно, сила ревали. Хорошо, что-то у нас есть. Третятень. Вот еще один контрольный модуль. Осталось два контрольных модуля. Ты почти у цели, Линк. Вон там сундучок вижу. Пойдем спустимся. Сундучела. Ты мне нужен. Где глаз? А где глаз? А если я мечом ударю по этой... Не, по этой фигне без толку. Скорее всего, где-то снизу глаз. Туда вниз уходит. А может и не... О! Вон на той стороне есть глаз. Давай попробуем в него попасть. Он, правда, не в мою сторону смотрит, но да ладно. Какой же я меткий, а? Глаз орлиный прям. Точно. Ты посмотри, оказывается, они были связаны. На таком расстоянии? Удивительно. Ледяная стрела. Так, ну и чего нам теперь делать? Осталось всего два контрольных модуля. Один в голове. Я думаю, что мы сможем попасть туда вот через это отверстие. Да? Оу! Круто. Мы сюда попали, но я слышу, что нам тут не рады. Блин. Все, лук сдох. Это очень плохо. Попыточка номер три. Глазик сюда, посмотри. Да блин! Я ж почти тебе в зрачок попал. Ты что, бессмертный, что ли? Сколько стрел в тебя впустить-то можно? Давай с этой стороны. Не, ну как так-то? Да вы что, издеваетесь, что ли? Капец. И вот не надо мне писать в комментариях, что в эти глаза надо стрелять, когда они открыты. Наконец-то попал. Ты сам все видел. Я стрелял, когда он был открыт. Короче, внизу у нас пекло, которое охраняет... Сколько там стрел моих. Надо все собрать. О, да. Я думал, я эти все стрелы профукал, а нет, оказывается. Мне подфартило. Вот этот вечный огонь... прикрывает мне путь к нашему контрольному модулю. Нам нужно его как-то отключить. Отключить мы можем при помощи вот этих вентилей. Давай попробуем покрутить и перекрыть подачу огня. Оп. Ну же. А, смотри, что я делаю. Я открываю верхнюю часть. Вот что я открыл. Панораму. И теперь, по идее, нужно сюда подать воду. Я думаю, что вот так. Смотрим. Маловато будет, надо еще побольше. Водичка! О, 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 получилось! Тушит? Ну, должно тушить-то. Вот, отлично! Все получилось. Опускаемся вниз и активируем моды. Остался один контрольный модуль. Я верю в тебя. Ну что, пойдем мучить последний контрольный модуль. Я, конечно, не въезжаю, как его достать. Блин! Точно! Крионис! Нам должен помочь Крионис. Только как? Хотя не факт, что это сработает, но давай попробуем. Вот здесь вот нам нужно поставить... эту ледяную глыбу.
А она здесь и не ставится. Вот же, блин. Ага, она ломает ледяные глыбы. А если мы ледяную глыбу поставим где-нибудь вон там? То есть заблочим тем самым воду. Точно! Сработало. Все остановилось, вода перекрылась. Но колесо стоит не таким образом, как нам нужно. Поэтому мы разбиваем вот эту глыбу льда. Ждем момента. И я думаю, что сейчас. Есть контакт. Шикарно. Ты включил все контрольные модули. Остался только главный контроллер. Он отмечен на твоей карте. Отправляйся к нему. Но прошу тебя, будь осторожен. Давай, шпепизьбе. Я справлюсь со всем, что мне предподнесет моя судьба. Так, нам сюда, прямо к сердцу этого чудища. Даже любопытно, какой же лжеганан вылезет теперь. Меч у меня наготове. Давай немножечко пожрем на дорожечку. Я готов. Высший меч со мной, бояться мне нечего. Ганан воды. Губитель чудища Варуты. Берегись, Линк. Этот монстр — создание Ганана. 100 лет назад он меня убил. Но ты готов к этому бою. Ты победишь. Да я, походу, из всех вас четверых был один готов к этому бою. Ну чё, давай. Берегись его копья. Он убьёт очень далеко. Косая ты, чудовище. Так, чё мы будем с тобой делать? Давай попробуем попасть ему в глаз. Есть попадание. Ух, увернулся. Чё происходит? Так, пупсик, не паникуй. Он куда-то полетел. Нам нужно с тобой прийти к общему знаменателю. Хватит это делать, хватит. Придется все-таки с лука лупить, да? Попадание. Ух! А как насчет тебя застанить? Я же могу это сделать? Могу. А, он исчез. Как раз сейчас к нему подбежим. Сковать. Получил по башке. Ой, это было больно. У меня пронзил. Бежим. Успел. Кажется, успел, но не совсем. Валим. Да блин, опять не успел. Что ты будешь делать? Так, на тебе в стазис. Хватит. Что-то я профукал момент очень сильно. Вот часто начнется бой. Он очень разозлился. О, ну началось. Уровень воды поднялся. Места совсем мало. Будь осторожен. Давай пожрем лучше. Там яблочко съедим, малиночки немножечко, арбузика. Сейчас же усусит арбуз, зачем я его съел? Вот так вот, жизнь пополнили. Так, где наше чудо-юдо? Глыба льда. Стой. Я знаю, что с этим делать. Вот так вот. Я уже с этим работал. Как насчет? Стоп. Давай попробуем взорвать глыбу, как только она будет рядом с ним. Вот так. Ха-ха, лошара. Где мои 3 стрелы? Большой орлиный лук
С тремя зарядами, отлично. Теперь берем грозовую стрелу. И выхвати! Ой, как тебе больно. И по идее мне сейчас нужно было бы туда подплыть. Ладно, что-то я затупил. Конкретно затупил. Давай, 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 залази. А, он улетает теперь от меня, да? Вот скотина. Ладно, сейчас придумаем что-нибудь. Оу, как много. Чё так много? Ну, во-первых, давай мы его статис. Теперь плывем. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Стреляем в него. Есть попадание, но это не... Черт возьми. Но я плохо попал. На тебе. Да квоюш налево. Опять улетает. Я тебя все равно достану. Выродок. Ты что, офигел в меня стрелять? Так, стазис нужен. Используй вихрь ревали, когда закончишь. Давай, давай, поднимайся. И стазис его. Готов! Отлично. Капсула сердца. Надо будет обменять это сердечко на выносливость. Потом зайдем к демону меняли. А сейчас настало время забрать чудище себе. Внимание. При активации главного контроллера вход в чудище будет заблокирован. Действительно активировать главный контроллер? Активировать. Спасибо. Благодаря тебе, моя душа снова свободна. И Рута опять с нами. Хотя... мы больше не сможем проводить время вместе, как раньше. Теперь я лишь бесплотный дух. И больше не могу исцелять. Поэтому я хочу отдать тебе мою силу, милость Мифы. Еще вчера я рыдала. Я думала, что моя душа обречена томиться здесь в одиночестве целую вечность. Но сегодня ты освободил меня, Линк, и мы снова с тобой встретились. Теперь ты всегда можешь использовать мою силу. Поэтому я очень рада. Ну... мне пора. Я должна успеть подготовить Руту. Когда ты начнешь решающий бой с Ганоном в замке Хайрул, нам нельзя будет медлить. Линк! Пожалуйста, спаси ее. Спаси принцессу.
круто. Благодаря тебе я смогу поддержать Линка в минуту опасности. Когда он вступит в бой с Ганоном в замке Хайру, пожалуйста, помоги ему. Нужно ослабить Ганона. В решающий момент выстрели в него. К сожалению, это все, что мы можем сделать для Линка. Если мы заточим Ганона, то в Хайруле наступит мир. Таким образом, мы исполним наш долг. Надеюсь, с отцом все в порядке. Я думала исключительно о себе. А он так волновался. Я так хочу увидеть его. Еще разок.